Как выглядели примитивные предки современных членистоногих? Знакомьтесь, это лобоподы. Лобоподы — это сборная группа кимбрийских панартропод, которые многими учеными признаны одной из ступеней эволюции ранних артропод. Из-за парафилетичности группы трудно сказать, какая из ветвей кимбрийских лобопод дала старт эволюции современным членистоногим, но на данный момент мы точно знаем, что современные тихоходки и анихофоры происходят напрямую от них. Более того, по мнению некоторых палеонтологов, и тихоходки, и бархатные черви являются лобоподами в широком смысле, так как сохраняют типичные лобоподные конечности. Тушки лобопод сегментированы, а каждый сегмент имеет свою пару ног с коготками. Кроме того, таким же образом сегментированы и пищеварительная система, и кровеносная система тоже. На голове стандартной лобоподы располагаются крупные глаза, простой рот, иногда снабженный челюстями по типу примитивных радиодонтов, а также различные щетинки и антенны. Питались лобоподы подножным кормом, защиты практически не имели, но некоторые представители отращивали небольшие шипы, либо умели плавать, чтобы скрыться от первых кимбрийских хищников. Делаем про них видос.